Яркая и красочная в Славянске для детей построена новая игровая площадка на улице Красной. Лестницы, мостики и горки. Теперь малышам этого микрорайона есть где поиграть и от души повеселиться. Этот детский игровой комплекс стал настоящим подарком не только для маленьких славянцев, но и их родителей. С приходом весны повсюду царит радость и хорошее настроение, а улицы переполняет детский смех. Новая детская площадка, установленная по просьбе жителей в микрорайоне Нефтяников, принесла хорошее настроение многим детям и родителям. Перед открытием площадки были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории. Высажены цветы, установлены лавочки для отдыха, постелено специальное мягкое покрытие и установлено специальное ограждение для безопасности детей. Новое место отдыха для юных славянцев с удовольствием посещают не только жители этого микрорайона, ну и просто прохожие с детьми. Нам очень нравится. Шли по делу, пришлось остановиться. Прям не могу забрать. Очень нравится. Было бы больше, посмотрите детям, как все нравится. Замечательно. Очень нравится площадка, хорошая. Детям есть и гулять, все, развлекаться. Молодцы. Так бы много построили площадок, хорошо было. В нашем районе нету площадок, да, в районе автовокзала. Поэтому мы вот сейчас со школы приходим, очень нравится им постоянно. Вы сюда, день? Сюда. Ну да, практически да. Бываем практически каждый день, у меня сын учится в школе здесь. Очень нравится, спасибо. Строительство новой площадки – это результат социального партнерства местной власти и бизнеса. Предприниматель Андрей Тимченко оказал финансовую помощь для приобретения нового детского игрового комплекса. И теперь у маленьких небосед появилось еще одно место, где можно весело использовать для здоровья, провести время. Площадка суперская. Крутая, тут гуляем мы все каждый день. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».